В районе продолжается муниципальный этап президентских спортивных игр. Соревнования пройдут по 5 видам спорта. Команды-лидеры уже определены в баскетболе и настольном теннисе. Настоящих тренировок до полного изнеможения у ребят не было давно. Поэтому сложно после длительного перерыва в одночасье набрать нужную спортивную форму. В настольном теннисе одними из главных качеств являются быстрота и резкость движений, а также отменная реакция. В соревнованиях по настольному теннису приняли участие 4 команды, в составе которых по 3 игрока. Превентивные меры требуют соблюдения определенных правил, поэтому проведение игр у девушек и юношей проводилось в разные дни. В немного нервозную обстановку соревнований вмешались и пожарно-тактические учения. Внимание! Пожарная тревога! После нескольких минут замешательства, пока пожарный расчет отрабатывал поставленную задачу, ребята несколько расслабились. И насколько это сказалось на результате каждой отдельно взятой игры, сложно сказать. Но, тем не менее, результаты оглашены, и победителями муниципального этапа по настольному теннису стали парни и девушки средней школы номер 2. Следующим видом президентских спортивных игр станет плавание.